выполняйте задачи, даже несмотря на то, что задачи иногда требуют каких-то жертв, забирают ноги, руки. Но у меня забрало ноги, то есть вот Абдулла, товарищ, у которого тоже забрало ноги, как бы, мы не расстроились, не, как, не, духом не упали, то есть вот, я говорю, будет все четко, пацаны, я говорю, давайте, защищайте республику. Все.